Ну, наш сегодняшний день, в общем-то, добегает уже конца. Финальный чай. Я его, кстати, пью с самого утра. День сегодня был продуктивный. У нас были гости-волонтеры, которые сделали два идеальных, просто идеальных порядка в двух старых домиках, в вольерах, теплые домики. Почистили все, помыли, убрали, великолепно. Ну, а завтра у нас день тоже, как всегда, насыщенный. Завтра мы едем в клинику. Точнее, я буду ехать. Я сначала поеду, приеду сюда, возьму двух котов, и мы сделаем рокировку. Отсюда возьмем двоих, привезем в клинику, а с клиники уже вылеченных двоим привезем в Котогород. Ну, вот так вот будет завтра день. Все. Спокойной ночи.